кратере на небольшую вершинку, спускаешься, опять поднимаешься. И вот так идешь по этому кратеру, ну, достаточно 2 часа где-то идешь до пика Ухуру, начиная от Гильман Пойнта. Отличное настроение, все готово, мы готовы, без дадим и идем. Андрей, как настроение? Акуна Матата. Отлично. Остальные маршруты, они для выживальщиков. Знаете, кто вот это любит в палатках помогнуть, чем хуже, тем лучше. Вот это остальные для них. А здесь он просто оборудован, и выходишь сухой, не мокрый. То есть на тебя снаряжение не стоит все колом. Николай, как вам путешествуется с Макалу Экстрим? Отлично, все очень комфортно, приятно, подготовлено. Просто превосходно. Ну, мы были там в разную погоду. Мы даже один раз поднимались в грозу. И прямо они волосы дыбом, палки лыжные в руках звенели, снег такой сильный валил. Но у нас была команда бойцов, а эти ребята, один из этих ребят учился в нашем Краснодарском институте, а потом он уехал в Хабару, в Хабаровский край. И оттуда притащил кучу своих друзей. И это были здоровенные парни. И, в общем-то, с ними было нормально идти в такую погоду. Они так тоже поглядывали, говорят, ничего не будет. Я говорю, да нет, ничего не будет. То есть шли сквозь облака, в которых, собственно, и жила гроза? Да, да. И на кратере чаще всего лежит эта шапка. Там мало хороших дней. Вот. То есть там достаточно неустойчивая погода. Но мы ходим по любой погоде, потому что люди же приехали для того, чтобы зайти на вершину. Ну и мы, гиды, собственно, ради этого туда поехали. Вот. О, очень необыкновенная природа. Вот Синесии – это реликт, который пришел к нам из глубины веков. И они там, из них целые леса покрывают склоны Килиманджаро. Вот эти Синесии вы нигде больше не увидите, только там. И это такие деревья, они похожи на пальмы или... Я даже не знаю, как это обозвать. Это деревья или трава. Вот, это, наверное... Скажут лучше ботаники. Хижина Харумба. 3780. Харумба. Здесь мы живем перед штормом. И когда возвращаемся. Очень комфортабельные, классные домики. Ну, нужно иметь 2-3 комплекта термобелья, теплые трекинговые ботинки. Иногда бывает обледенение тропы, нужно иметь котята. Это такие, знаете, вот носильщики носят их в Гималаях. Такие маленькие кошки. Маленькие кошки. Пуховые штаны, пуховую куртку, конечно. Варежки хорошие очень. Спальник. В крайнем приюте просто ночевка очень холодная. Вот, и он не отапливается. И это конкретно холодный приют, тем более, что высота уже 4800. И если мерзнуть, то еще сильнее горная болезнь накроет. Поэтому именно из-за этой ночевки в первую очередь нужно иметь хорошую спальню. Насколько важна акклиматизация? Ну, наверное, людям, кто первый раз, им, наверное, тяжело, я думаю. А так-то альпинистам, кто уже бывал в горах, она абсолютно как бы не нужна. То есть это трекинговая вершина? Да. Да, но она очень красивая, очаровательная. Я всегда очень с большой радостью туда еду, потому что туда получаются красивые фотографии. Можно ли назвать Килиманджаро местом силы? Ну да. Да. И многие возвращаются так философски настроены, а многие потом еще больше хотят входить в горы. У многих Килиманджаро первая гора, а потом они принимают решение после Килиманджаро, что не обязательно зайдут на восьмитысячник. Почему-то после Эльбруса никто такие решения не принимает. А вот после Килиманджаро в этом направлении очень хорошо мысль работает. А что тяжелее, Килиманджаро или Эльбрус? Переносит тяжелее Килиманджаро. Все-таки так. Ну, у нас все-таки фирма занимается коммерческим. альпинизмом. И обычно люди едут на ратраке. Половину штурма они проезжают на Эльбрусе. А когда приезжают на Килиманджаро, это же так далеко. И не раз такие идут. Конечно, на Эльбрусе там доехал, там несколько часов дойти и обратно уже. А на Килиманджаро нужно весь этот кратер пройти, а потом обратно все вот это вот вверх-вниз несколько раз. Это не то, что там ты вышел с ратрака, прошел несколько метров и сфоткался. Да. Не понял, что случилось. Да? Да. А тут уже надо за гору драться, уже кто-то там лежит, кого-то тошнит, кто-то ползет.
Оксана, большое спасибо за интервью. Желаю успехов в ваших восхождениях, успехов вашей компании Макало Экстрим. С нами была Оксана Морнева-Шерпа, альпинистка, соучредитель компании Макало Экстрим.